маленькой елочке холодно зимой. Маленькую елочку взяли мы домой. Наша елочка еле-еле жива на балконе в 30-градусном, но соседи напротив совсем проели ее кору головную. «Послушай мою идею», — шипит подвешенная орхидея. «Требуй хозяйников своих иудеев, пусть не жидятся на каплю труда, да подкладывают себе льда в напитки. Если в кране есть вода, то в холодильнике самые слитки». «Слушай сюда», — вызывает старик Соколент. «Я на этом песке сижу 30 лет. Балабай ту лапою помаши, да покажи все свои шиши. Расскажи, что они врачебные, если заморозить, или заной, что еще малыши, но не занозы. Пусть дадут тебе место пыль собирать в салоне под самыми мозгами. Пусть навяжут тебе банан на Рош-Ашана». «Алло, не верим!» — заорала алоэ вера. «Что за птица снесла тебя в этот горшок на солнечной стороне? Обрезай корешки до хвостики и пересаживайся со своей панели ко мне в гости. Я тебе замажу ожоги, а иголки пластиком перекрашу. Экзотика — твой главный джокер, но не акцентирую рашу. Эй, Елена Полена, не красней! По весне женишься на сосне». «Йоу, елка!» — трещит проросток из авокадо. «Слушать не надо, фокусируйся на языке. Окей, ес, забей на хоккей, на лес. Все лайфхаки в армии хаки, там расцветешь и заговоришь. А иначе в пустыне не пригодишься, сгоришь. Ни хвоя, ни чужая, ни мая без урожая. Будешь клянчить у выпускников детсада. Пожалуйста, переведите в Канаду». Маленькой елочке холодно зимой. Наша елочка уже не ежится от этой угрозы. Сухо отвечает: «Туда, беседер», и звонит туда побеседовать со своей старой березой.